Всем привет! С вами Анна Глебова, блокнот Волгограда. Конец сентября, пасмурное небо, дождь. Многие волгоградцы уже могут чувствовать нехватку витамина D, плохое настроение, а может быть даже кого-то уже охватывают и депрессивные состояния. Узнаем сегодня у волгоградцев, как они с этим борются. Добрый день! Скажите, добрый день. Как боретесь с осенней хандрой, а возможно даже депрессией? А я с ней не борюсь, потому что у меня нет ни осенней хандры, ни осенней депрессии. У меня хандры никакой нет, все прекрасно. Я осень люблю, я родилась в октябре, и это моя как раз пора. У меня никогда не бывает, только зимние. А зимой как боретесь? Читаю книжки, смотрю фильмы, хожу гулять. Но осенью хочется все-таки побольше дома посидеть. Может, что-нибудь поготовить, там, покулинарить и все. Горячим кофе и хорошим настроением. Можно просто заниматься любимым делом и слушать музыку. У меня не бывает ни осенней хандры, ни депрессии. Никогда? Никакой депрессии не бывает. Почему осень любите? Приятная погода, особенно когда сухо, нет дождя. Люблю пасмурную погоду, люблю дожди, мне очень нравится в такое время гулять. И я, наоборот, больше ухожу гулять в такое время, чем в летнюю жару какую-нибудь. Ну, смотрите, самое главное, чтобы особо плохо не было, главное пить лимон. Лимон главное, цитрусовое самое главное. Так бы орехи, больше витамина, соответственно, вы будете и болеть меньше, и настроение у вас будет подниматься. Спасибо за такой хороший рецепт. Плаву по течению. Просто с принятием, да, к этому относитесь? Ну, помогает сообщество ярких, красивых, активных девушек. Наверное, раньше я как-то пыталась с этим бороться, но сейчас думаю, что лучше этого не делать, потому что в этом есть какая-то своя эстетика. То есть можно походить, послушать какую-то красивую музыку, посмотреть сумерки, все в таком роде. Поэтому я думаю, многие девушки так делают сейчас, и им это помогает на самом деле. Музыкой. Какой? Любой. Какая нравится, какая по душе. Какая вам нравится? Любая. Начиная от шансона и кончая поп-музыка. Любая. Какая по душе. Во всем искать позитив. Смотреть на жизнь с другой стороны. И если даже черная полоса, обязательно будет когда-нибудь белая. Всем пока, с вами была Анна Глебова. Пишите в комментариях, как боретесь с осенней хандрой.